Здравствуйте, меня зовут Дубов Кирилл, мне 29 лет и у меня рак четвертой стадии. Вот, поставили мне диагноз в 2009 году, тогда мне было, по-моему, 21 год, 8 лет назад, да, 21 год. Химия в моем случае бесполезна. Вот, потому что у меня такой вид рака, как меланома, это рак кожи. Вот, еще года три, может быть, 5 назад люди с этим диагнозом, когда уже были метастазы, им давали максимум 3-6 месяцев. То есть после этого они благополучно умирали. Вот. Сегодняшний день наука далеко, далеко уже шагнула вперед. Вот. И появились такие препараты, как таргетная терапия, как иммунотерапия, когда на опухоль воздействуют точечно, то есть не весь организм отравляют, а только раковые клетки убиваются. На данный момент я получаю таргетные препараты бесплатно от государства. Вот. У таргетных препаратов есть один минус. Это то, что со временем к ним возникает привыкание. То есть возникает резистентность, так называемая, когда препарат перестает действовать. Вот есть плотина, да, и она сдерживает воду. Вот вода – это раковые клетки, а плотина – это таргетная терапия. И получается, вода прибывает и прибывает, прибывает и прибывает. И вот когда воды становится слишком много, то плотина уже не выдерживает. И вода эта вся начинает разрушать плотину. И вот когда плотина разрушается, то есть вода распространяется, ну, я думаю, вы себе представляете, с какой скоростью. То есть это подобно стихийному бедствию. Рак, получается, также распространяется уже со скоростью вот этого стихийного бедствия. Вот, то есть это получается во все органы, там, в печени, в кости, в легкие. И вот врач нам сказал, что нам надо подключить иммунотерапию, то есть терапия, которая учит собственный иммунитет бороться с раком, с раковыми клетками, вот, до момента привыкания. То есть пока не наступило привыкание к таргетной терапии, нам нужно подключить иммунную терапию, чтобы пока вот плотина, так сказать, держится, чтобы собственный иммунитет научился бороться с раком. Вот. Препарат иммунотерапии называется Опдива. Препарат нужно принимать 1 миллиграмм на килограмм веса. Ну, в любом случае мне надо будет 300 миллиграмм, то есть по 3 миллиграмм на килограмм веса. Вот. И 100 миллиграмм стоит 95 тысяч рублей. Вот. То есть на одну прокапку мне надо 285 тысяч. Вот. И одна прокапка раз в 2 недели. То есть в месяц две прокапки. Вот. Нехитрыми подсчетами мы посчитали, что 3,5 миллиона нужно на первые полгода лечения. Год лечения длится. Лечение длится максимум год. Вот, мы собираем примерно около года. Собрали миллион. И вот не хватает еще 2,5 миллиона. Вот я уже принимаю таргетные препараты год и 2 месяца. Получается, вот через месяц, по статистике, опять же, возникнет привыкание, и рак начнет распространяться с очень большой скоростью по моему организму. И мне нужно, как сказал доктор, подключать иммунотерапию еще вчера. Вот, я, ну, боюсь начинать капать иммунотерапию, вот это вот препарат Абдио, просто потому что не собраны все деньги. То есть, если я его начну капать, и вдруг у меня не окажется денег, и я прерву сеанс лечения, то вот эти вот все капельницы, которые я капал до этого, они не будут эффективны. То есть, препарат Абдио — это такой препарат, который имеет накопительные свойства. То есть, он накапливается в организме и начинает действовать со временем. То есть не сразу, как ты первую капельницу прокапал, он сразу начал действовать, а через какое-то время.
Вот. И чем раньше я его начну капать, тем, соответственно, больше шансов на выживание. И Абдива — это такой препарат, который вот даже при четвертой стадии рака может дать ремиссию в течение десятков лет. Представьте, что сегодня последний день вашей жизни. Вот. Я не советую никому бежать сразу тратить накопление и ехать в Лас-Вегас лететь. Вот, и там все тратить. Нет, я говорю про эмоции, вот, которые мы переживаем. Это вот, например, вот сейчас хорошая погода. Почему бы вот просто не выйти на улицу, не порадоваться? Потому что хорошая погода, что вот человек, вот, что ты можешь дышать, что ты можешь лучам света радоваться. Вот. В общем-то, мой лозунг «Живу сегодня». Ну, вот, ношу такой браслет. Вот, и распространяю эти браслеты. Все деньги вырученные пройдут на мое лечение. Браслет стоит 200 рублей. Вот, отправляю я его по всей России и за рубеж. Отправляю в обычных письмах, то есть в конверте будет лежать браслет, поэтому это, ну, в общем-то, 200 рублей — это все, что он стоит. За отправку денег не надо платить. Вот. Деньги все пойдут на мое лечение. Вот. И вот про планы на жизнь. То есть жизнь не надо откладывать. Надо жить здесь и сейчас. Вот. Поэтому вот так вот. Все, друзья. Всех люблю. Всех обнимаю. Распространите, пожалуйста, информацию обо мне. Вот. Так что вот так вот. Все. Пока.